кто такой мусульманин? Он сказал, мусульманин это тот, кто только делает намаз? Нет. Или мусульманин это только тот, кто посещает мечеть? Нет. Или мусульманин это тот, кто бесконечно крутит четки? Тоже нет. Он сказал, мусульманин это тот, кто не причиняет вреда другим, ни языку, ни своими действиями. И пришло время спросить самого себя, а сколько процентов истинного мусульманина во мне? Или точнее, сколько осталось? И на вопрос «Ты мусульманин?» смогу ли я твердо даже для себя ответить утвердительно «Да, я мусульманин». Но не только потому, что родился в мусульманской семье и так дальше повелось. Не только потому, что я делаю намаз или соблюдаю обязательный пост. И не только потому, что я хожу в тюбетейке. Знаю ли я, кто такой в действительности мусульманин? Каким он должен быть?